Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро, мои любимые. Погода. Погода шикарная. Тепло, классно. Сейчас пойду на пляж. Ну, если честно, у нас уже не утро, у нас уже день. У нас время начало третьего. Но для меня утро, я еще кофе не пила. Сейчас мы с вами будем пить кофе, он уже сварился. На балконе будем пить. Сегодня в Турции выходной день. Народу мало, все находятся дома с семьями, либо уже у моря. Турки очень любят проводить свой выходной день у моря. Там наверняка народу просто тьма. Пошла за кофе. Состояние просто великолепное. Выспавшееся. Ну вот сейчас кофе пивну, будет вообще выспавшееся. Такое какое-то нега, такая вот... приятно как-то на душе. И люблю такое состояние. Очень люблю. Идемте за кофе. У меня, как обычно, включены новости. Как обычно, не заправлена кровать. Ну так. Но это всхлопнуто. Пижамка всхлопнута, все сделано. Кофе уже сварила. Что, знаете, мне надо? Вот такой вот крем мне нужен. Клё-де-по я бы купила. Но 20 тысяч мне на него жалко. Закончился Клё-де-по. На разочек еще. И вот это вот закончилось. Тоже на разочек осталось. Сегодня зайду в магазин. У меня остался Вальмонт. Вальмонта очень много. Почти целый. И вот Ревиталифт. Целые банки. Для кожи вокруг глаз и для вот это вот. В общем, сегодня зайду куда-нибудь в косметический магазин, чтобы посмотреть Клё-де-по. Может быть, здесь будет какая-то вполне сходная цена. Хотелось бы на это надеяться. Кофе наливаю. Иду на балкон. Так. Не буду рисковать, уберу обратно на плиту. Последняя кружка осталась. Зеленая же у меня. Сломалась. Кстати, надо штатив взять. Костюм, кофта, вот это вот такое, типа пальто, плащ. Сушится. Надо постирать. Так, за штативом пошла. Какая погода шикарная. Роскошная погода. Но ветерок есть. Смотрите, айсберг, да, шевелится. Простыня. Хочется солнышка, хочется тепла. Хочется счастья, спокойствия, любви. Обзор Текитекс надо делать. Вот же он лежит. Мы все уже условились с Дмитрием, с руководителем договорились. 14:26 время, офигеть. Ну, радует то, что я сходила уже в душ. Сейчас кофе попью и сразу же выйду из дома. Пойду в сторону моря. Попутно, конечно же, вынесу мусор. Возьму деньги и еще пойду в магазин косметический. Обязательно нужно. Хочу посмотреть, сколько стоит Клё-де-по. Ну, если 20 тысяч, я не буду покупать. А так мне он очень нравится. Очень нравится. Так. Ну, вообще у меня есть деньги даже за 20 тысяч. Но мне кажется, дороговато. Не то, чтобы, блядь, кажется. Я уверена, что это пиздец дорого. Так. Надеваю вас. Штатив. Я уже, если честно... А, знаете, что поела? У меня была индейка. Я не то, чтобы прям встала. Я просто лежала в постельке, смотрела сериал. У меня была индейка размороженная. Я ее уже пожарила на оливковом маслечке, просто на тефлоновой сковородке. Пожарила, поела.
с батончиком, с острыми перчиками, с солеными огурчиками. Выпью кофе, основательно проснусь и побегу к морю. Вам желаю доброго дня. Напишите, пожалуйста, как ваше настроение. Все ли у вас хорошо? У меня да. Сегодня еще утром залипала в ТикТок, смотрела патриотические ролики на тему любви к России. Как же я горжусь нашими ребятами. Россия самая лучшая страна, самая сильная, самый лучший президент. Вообще. Опять вот говорю, опять слезы на глаза от любви. Погода в Алании сегодня. Сегодня в Алании малооблачно, 19 градусов. Представляете, у нас лето. У нас лето, и все последующие дни тоже. Прогноз погоды очень-очень обнадеживающий. 21, 22, 23, 20. Дождей нет, все уже, солнышко, прекрасная, роскошная погода. Одеваюсь, собираю мусор, беру деньги, выхожу из дома. Кофе какой вкусный. Кстати, я вчера шоколадок пережрала. Зашла вчера попутно, когда шла домой, вот в Айсбир купила шоколадки и сожрала. Все, надо мне сделать, блядь, перерыв в шоколаде. Я за последнее время его столько съела. Очень много. Надо немножко отдохнуть. Очень-очень-очень. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Как ваши дела? У меня роскошно. Прям радостно в душе. Вы там спрашиваете, как мир? Хорошо. Мы стали меньше общаться, но наше общение стало более ценным для нас двоих. Более ценным. Наоборот, мне вот сейчас нравится наше общение. Вот сейчас, вот в данном, на данном этапе, наше общение я оцениваю как вот так вот, как два пальца. Классный он чувак, классный. Свежий ветерок. Небо малооблачно. Но небо такое не особо голубое. Сейчас покажу. Вот на камере, кстати, знаете, на телефоне оно кажется голубее, чем оно есть на самом деле. Потому что я смотрю вот здесь и смотрю на камере вот здесь. Нет, на камере оно кажется голубее. На самом деле не такое яркое. Не знаю, почему так. Иногда камера передает точно свет, цвет, светоощущение, а иногда нет. Хочу, знаете что? Хочу какое-нибудь платье с русской тематикой. Может быть, с маками какое-нибудь красивое. Скоро уже пора будет в платье ходить. Все теплее и теплее. Да. Все, мои любимые, я отключаюсь. Желаю вам доброго дня, классного настроения, провести время со своими друзьями, близкими. А если вы от них устали, то проведите время один на один с сериалом, с какой-нибудь интересной программой, с классным фильмом. Скушайте что-нибудь. Лучше приготовить, конечно же, самим. Потому что так, как вы готовите, только вы знаете свои вкусы. Ну, в общем, люблю вас, целую.
Люблю вас, ваша Инна. А, кстати, сегодня какое число? Зафиксируем. 27 марта. 27 марта. Март прошел. Я офигеваю просто, как быстро летит время. Март прошел уже. Все. Пускай наша жизнь не пролетит так же, как быстро, как март.